прежде всего, это дань памяти спортивной семье, которая посвятила себя служению спорту. И мы чтим память о них, и соревнования эти проходят ежегодно. В них принимают участие сильнейшие легкоатлеты со всей России, которые являются призерами и победителями как чемпионатов России, так и международных соревнований. Каждый год сюда приезжаем. Вот. Дистанции разные. В прошлом году 300, в этом 600. Хотели из 16, но исходя из виражей, они здесь достаточно крутые. Ну, получили все равно неплохие секунды. 1:16, 60. 6 десяток до рекорда России, но еще есть старты, поэтому... Ну, было неплохо, тренер доволен. Очень важные соревнования для меня. Надо было защитить титул. Бежать, настраивался позади, а финиш отработать, как это умею хорошо делать. Почувствовал то, что вот надо выходить за круг. Виражи очень короткие, неудобные. Надо лучше сейчас выйти, сделать запас и все.